В этом году церковь празднует 550-летие явления иконы Божией Матери Жировичская. Эта икона – одна из наиболее почитаемых, и день ее обретения – особый праздник. Мы удостоились чести наших мастерских выполнить копии чудотворной иконочки Божией Матери, которая явлена была в камне и помещалась на ладошке. Над этой уникальной иконой трудились сразу несколько монастырских мастерских – столярная, позолотная, слесарная, мастерская цветных металлов. Работа включала несколько этапов – изготовление киота, подготовка левкаса, золочение, вставка иконы в киот. Все это требует немалого старания, умения и мастерства. И, конечно же, в труде мастерам помогает молитва. Изображение это держала сама Пресвятая Богородица в своих руках. И мы имеем такую удивительную жемчужину и молитвенное предстояние Пресвятой Богородицы, ее заступничество.